Новые тротуары и проезды, газоны и парковки. В столице республики продолжается ремонт дворовых территорий. Сейчас бригада муниципального предприятия «Город» трудится во дворе дома номер 21 по бульвару Чивайна. Как проходит преображение, учитываются ли пожелания самих жителей и где еще сделан ремонт, расскажет Марина Пушкарева. Да, пока шумно и пыльно, но зато через пару недель тут будет долгожданная красота. Строители почти закончили установку новых бордюров, тротуар отсыпан и ждет асфальтового покрытия. Проезд и дорожки вдоль площадок также вскоре оденутся в новый асфальт. Исправят и давнюю беду этого двора. Жители жаловались, что в весенний и осенний период здесь подтопление самого двора и дорожного полотна. Поэтому эти пожелания все будут, конечно, учтены в ходе ремонта. Во дворе будет проведен весь комплекс работ. Это установка бордюрного камня, асфальтирование тротуара, асфальтирование проезжей части, а также обустройство как имеющейся парковки, так и новых парковочных мест. По окончанию работ мы проведем здесь восстановление газонов, подсев травы. Ремонт этого двора – это продолжение большого проекта прошлого года. За весенне-летний сезон 2022 в столице мэрии удалось отремонтировать небывалое количество дворовых территорий. В 15 отремонтировали проезды и тротуары общей протяженностью более 5 километров. В таком масштабе работа удалось провести благодаря личному участию главы региона Юрию Зайцеву. По его поручению из республиканского бюджета было выделено 120 миллионов рублей. Еще 60 миллионов добавил город. И в итоге у жителей 42 многоквартирных домов появились новые дворы. А к 11 соцобъектам ишкралинцы теперь могут пройти комфортно. Еще в 2022-м в Вишкар-Оле провели глубокую инвентаризацию дворов и по итогам составили адресную муниципальную программу по их благоустройству. Первоочередность ремонта определялась по многим факторам. Но, во-первых, по наличию рядом социальных объектов, детских садиков и школ, количеству проживающих жителей и степени износа тротуаров и проездов. Первым в очереди на ремонт в этом году был двор дома номер 4 по улице Петрова. Благоустройство дорожники провели здесь в мае-июне. И также были учтены просьбы жильцов. Как и во многих старых дворах, больным местом здесь были парковки. Но теперь автовладельцы не переживают, где можно оставить машину. Парковались вдоль тротуара. Тротуар был побит, люди ходили по дороге. То есть территорию облагородили. Асфальтную крошку положили туда, то есть парковочные места, соответственно, немножко расширились для того, чтобы могла проехать какая-то пожарная техника, либо же скорая помощь. В общем, жители решили после прокладки асфальта разметить дворовую территорию, то есть собрав со всех квартир денежные средства. За свои деньги, значит, они купили краску, собрались здесь мужчины, сделали разметки, то есть сами все проконтролировали. И жители добросовестно паркуются. Какой двор будет следующим, городские власти пока определяют, но программа по ремонту будет продолжена. Ее объемы и сроки будут зависеть от финансирования.